черти шо, я не могу понять, как отсюда уехать. Какая-то электричка, станция Киевская, где мы приехали, не могу понять, мы ездим так вперед на какой-то электричке. Не можем уехать, вашу мать, ты шо? Ну как мы можем отсюда уехать на станцию Киевская, если тут ее в помине нету? Ну что на мэле? Там что написано, Леша? Ну я ж тебе казал, вон Киевская написано. С приветом. Ну я ж сказал, что надо перейти на ту сторону. Стоим, ждем, приехали на эту сторону, Киевскую прозевали. Нам надо, едем, приехали, короче, на какую-то станцию, а получается люди вышли и опять в нее садятся. То есть нет пересадки, как знаете, платформа как-то, как во Франции. А мы ждали и дальше поехали. Ой, ну, тебе, я тебе казал, сейчас ждать полчаса будем. Что теперь делать? Слухать надо. Все, остаемся здесь. Едем по Киеву, как, чи по Москве, как из Орла. Казал же, посмотри на ту сторону, пока она говорила. Что она говорит, с этой стороны вижу? Она с другой стороны вижу. Что она мэла? И все равно, когда нет. Ну, вот же Киевская. Да, посмотри, Леша, на ту сторону. Вот Киевская, перейдем на кольцевую. Ну, поедем. Я тебе сказал, да, что туда, долбанной... что туда надо переходить. Я куда? До Таганской, чи куда, чтобы перейти на желтую. Херянка. Сам увидел. Мне показалось или это? Пока электричка наехала, тебе казалось. Глянь на ту сторону. Ну так и все. Ну так и все. Все, так и ничего. Успели перебежать? А может, и успели перебежать. Вообще дайте я сядь и сесть хочу. Не хочу стоять. На Киевской, на Киевской. Там какая-то электричка. Какую мы станцию в депо приехали? Что нас сели назад, она назад нас и повезла. Мы приехали до конечной на какую-то станцию, а там. Ну, заехали на Александровский сад. Ты на него садишься, приезжаешь и от него же уезжаешь обратно. Потом мы проехали Киевскую. Приехали на студенческую. Говорю, что тут стоять на этой стороне, надо добраться, эта электричка теперь ехает. А женщина подошла, говорит, да, я отсюда уезжаю на Киевскую. Здрасте. Она отсюда уезжала. Она перепутала. Да, так, между рельсами. А, между рельсами будем назад. Впереди вагона будешь ты назад ехать. 3 года будем ехать. Ой, это капец, когда сейчас спешишь, не понимаешь. Кажу, дай карту, дай карту. Он забивает маршрут в этом, в своем кольце этом. А там маршрут показывает начало до конца. Я подумал, что Киевская то конечная. Он выбрал маршрут, когда ехать до Новоерия. Оно показало, что надо синим выделило. А я подумал, что это конечная Киевская. Досел, расслабился. А он говорит, мы Киевскую проехали. Эй. Покажи. О, он выбрал маршрут, гляньте. Дай сюда телефон. Гляньте. Выбрал маршрут. Я подумал, что Киевская конечная. Покажи, что это Киевская. Вот, ты думал, что Киевская конечная. Мы доехали вот этот Александровский сад, чи куда. Оно, прямо эта электричка поехала назад, то есть не пересаживаемся никуда. И проехали Киевскую. Я думал, что Киевская конечная, потому что ты выбрал маршрут, который нам до Новокосино надо. А я думал, Киевская то конечная, потому что она синим горела. Я не заметил то, что там не горело. А если мы как дураки стояли, сейчас бы сели еще на одну станцию дальше проехали. Сейчас бы мы на эту электричку сели, еще на одну станцию дальше проехали. Это конечная будет. Я тебе сказал, глянь на ту сторону. Ну сейчас бы вообще не будет. Если бы ты не сказал, да. Надо было молчать. Не на это, конечно. Да. Очень смешно. Я, наверное, телефон оставил в метро. Вот и все. Сейчас, подождите. По-моему, телефон оставил в метро. Тут ты оставил. А того. А там все видеозаписи. Что-то... А, нет, тут. А, так это ж тот телефон, а я думал, что... Видеозапись. Какая ты натурка. Да ну тебя. Чего мы на открытый? Смотри, открыт. Сейчас сиденье. Нема Ромкиных ключей. Ой, тут, господи, мне ж плохо стало. Открытый карман. Леша, это не смешно, что ты понимаешь?
А хто виноват? Ніхто не виноват, що ти шерепа. Лежиш, телефон держи в руках і не бачиш, що написано. Проїхати станцію. Просто фіг. Очень смешно. Очень смешно. Чиабатта пекинесом. Чиабатта пекинесом. Ой, что-то потеряю. Чужие ключи. Мне чуть плохо не стало, думаю, громкими включениями. Ну что буду говорить? Он едет. Низкая станция. Надо ехать, а перейти на кольцевую. Раздражаю, когда меня все раздражает, могу снимать, вот, знаете, спокойно, даже не стесняться. Ну, пошли. Осторожно, двери не закрываются. Следующая станция и... Чиабатта пекинесом. Как ты сказал, какая-то станция, мама мира, типа. Мама Римская. Мама Римская. Станция Римская, лучше скажи, мама Римская. Нам на Киевскую, перейти на Арбатскую. Это была студенческая. Вам покажу. Надо перейти на Арбатскую, где он опасный. Куда надеялась. Вот Киевская. А, вот мы на студенческой. Надо доехать до Киевской, перейти на Арбатскую, доехать вот сюда. Перейти на желтую, поехать вот сюда дорогу. И еще потом один. А вот это направление, когда, гляньте, ну там два расписания на одну станцию, не поймешь, куда тебе ехать. Чи на ту, чи на другу. Да. Мы будем 3 часа добираться. Мы из вас. Знаешь, что-то такое, я даже не стесняюсь снимать сразу. У меня все комплексы уходят, мне все равно, что двигается. Куда нам? Куда двигаться внимательно? Доверяю, потому что... Уже 10 вечера, пол 11. Мне сейчас сколько монтировать? У нас группа метро Москвы. Господи, куда идти? Він туди, а я туди. Він сидить. Я зайшла за поворот. Там настиг мій бегемот. Що далі? Я зайшла за поворот. Там настиг мій бегемот. Я заскочила в проулок. Я забігла в переулок, він погнав мене в проулок. Я в проулок, він вперед, так і стали жопа в рот.
А дальше що? Він мене бере. Я його туди-сюди, він бере мене туди. Я його, він туди, я сюди. Така біліпка. Так ото й ми. Він туди, я сюди. Така біліпка. По московському метру я бігу. Леша, по московському метру я бігу. Летіть на стрічку. Там ззаді біжать отчаянно. Надо останавливатися. Да. Сзади девушка отчаянно бежит. Чуть-чуть. Ой. Ой. Такие сзади девушка отчаянно бежит. Отчаянно. Там он. По телефону еще полага. Сейчас мы спинем. Я быть не хочу. Нам куда? Нам на Таганку, сюда. Чи куда? Ты достаньте сюда, что ты сюда? На что тебе та карта, если ты не достаешь вовремя? А куда нам? На Таганку чи куда? Знаете, сколько людей? Закрыто. Ну что тебе программа, як ты не открываешь? Давайте, надо влізти. Надо влізти. Ви вже за хлопця і до сюди. Що ми не вийшли? Там жінка сиділа. Там жінка сиділа, якою ми питали, що нам треба доїхати до Київська. Вона нам вовремя не сказала. Ми вирішили, що вона винувата. Як нам показати ще? О, де удобне метро, в Мінську. Так, крест-накрест до свидания. Икс и все. Не ошибешься. Не потеряешься. Что в Москве? Напутал. Памятная горка. Сегодня целый день слушаем его. Целый поезд, а никто не доезжает до одной станции. Иди сюда. Вона не доїжджає електричка. Зелені краски, не беруло. Короче, ми не везучі. Приїхала ще одна станція, що зараз ще один поїзд, а вже 11 ночі. Зараз ще у нас зустріча. Станція 11 ночі зустріча. Поїзд далі не йде. Конечно. Нам надо на нового костюма. Уважаемые пассажиры, о подозрительном предмете сообщайте машинисту. Открыть эти вагоны. Теперь еще ждать еще. Короче, люди вышли и стоят. Повыходили и ждут. Не доезжая. Мы сегодня вообще капец, у меня уже ноги гудят.
так вот. Лыжки прям болят. Лыжки прям. Улички. Ой, це не моє.